Рождество Твое, Христе Боже наш, осия мира и свет разума, отроча младо пречный Бог. Дорогие братья и сестры, наступил великий благословенный праздник Рождества Христова. Свет Вифлеемской звезды освещает наши сердца. Ангелы возвещают благую весть о том, что в мир пришел Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. И сегодняшний день является радостью, утешением, молитвой и надеждой на помощь Божию. И мы слышим в своем сердце ангельский глас, который сегодня освещает все небеса. Слава Вышних Богу! И на земле мир, и с человеком Божие благоволение. Я желаю помощи Божией всем православным христианам, всем, кто встречает этот праздник с чистотой сердца, радостью и утешением. И пускай мир Божий входит в наши дома. Свет Вифлеемской звезды освещает наши души. Мир и Божие благоволение да пребывает со всеми нами. Аминь. С праздником!